В середине мая по улице Рогачева в районе дома 20А образовался провал, причина которого, по словам специалистов, в обрушении свода канализационного коллектора. Ремонтные работы осложняют рядом стоящий дом и подвал, а также глубина самого коллектора – более 8 метров. Накануне на аппаратном совещании в администрации директор КБУ Александр Кожин отчитался о ходе работ. Подрядчик, который обязался выполнить ремонт, не оправдал ожидания. Предыдущий подрядчик, которого мы планировали на улицу Рогачева, не выполнил свои обязательства по выходу в понедельник на выполнение работ, и в том числе еще и вывалил нам дополнительные сметы, то есть по Рогачеву в размере 6 миллионов рублей. Мы договорились со СМУ-7, и завтра он выходит на ликвидацию того провала, который там есть. Негативную оценку работе старого подрядчика по яме на улице Рогачева дал глава города Бирска Евгений Шестернин. Хотелось бы тоже рекламу, не дать антирекламу, что это далеко не профессионалы. Это так, обыкновенные барыги, которые не понимают степени важности и значимости вопросов. Поговорка «кому война, кому мать родная» – это как раз тот самый случай, когда можно применить их адрес. Профессионалы делают совершенно по-другому все. Яму уже закопали. Окончательно же ремонтные работы на улице Рогачева завершатся только в конце июня.